Всем привет! Мы четвертый раз у Спартака. Спартак, вам слово. Всех приветствую, дорогие мои подписчики, гости страницы. Очень рад, безумно, за такие приятные, положительные комментарии. Знаете, как мы сделаем сегодня так. Пускай будет Спартак, мистер хорошо пускай будет. Как-то в таком с юмором начнем с вами. Поэтому, да, действительно, я люблю слово «хорошо», потому что я люблю, когда в жизни действительно все хорошо, прекрасно. Поэтому я очень рад приветствовать вас всех. Рад, что вы ко мне приехали четвертый раз. Я буду и пятый, и шестой, и десять, пятнадцать. Сколько надо приезжать, я всегда действительно искренне рад хорошим, положительным людям таким. Поэтому сегодня мы опять хорошо Тимура проработаем максимально, как только можно, как только лучше, чтобы он всегда под каждым сеансом он был под хорошим впечатлением, чтобы каждый раз все было лучше, лучше и лучше. Чтобы это было не банально, как друг за другом повторяющийся, а что-то новенькое, что-то интересное и для вас, и для Тимура в том числе. Поэтому начинаем. Начнем. Как обычно, начинаем с нашего любимого грудного отдела. Только мы, когда делаем вдох-выдох, рот оставляем при этом открытым. Uh-huh. Это именно связано только с процедурой именно манипуляции на грудной отдел. Делаем вдох, выдох, полностью выдыхаем и расслабляемся. Хорошо. Прекрасно. Продолжаем. Делаем вдох, выдох. Расслабились. Прекрасно. Восстановили дыхание. Дышим. Обязательно дышим. Вот так. Хорошо. Так. И немножко более детально все это сделаем. Еще раз вдох. Давай. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и еще раз вдох и выдох. Все. Так, 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 так. Теперь немножко с другой стороны там все. Продолжаем. Вдохни, выдохни. Шейно грудной переход. Ну-ка, вдох, выдох мне. И опять полностью расслабились. Расслабили. Хорошо. Ага, на другую сторону поворачиваем. Вдох, выдох. Расслабились легко-легко. А вот здесь у нас был. Хорошо. Так. Отлично. Продолжаем. Угу, опустим. Расслабился полностью мне. Вдох. Выдох мне. Опустил, опустил. Напряжено очень. Вот, теперь ты расслабил. Еще раз вдох. Выдох мне. Опустил. О, все. О. Полностью прорабатываем все. Делаем еще раз вдох. Выдох. Полностью расслабил, расслабил. Отпусти, отпусти. Вот так, все, все. Хорошо. Угу. Вот. Хорошо, давай, опускай мне. Расслабься, вдох, выдох. Отпусти, отпусти. Угу. Хорошо, расслабь полностью мне все. Хорошо. Угу. Еще раз давай вдох, выдохни и отпусти полностью. Пускай, пускай, пускай. Все. Хорошо. Так. Ну-ка, расслабляй меня.
Не понимаю, сам держу этим. Вдох. Выдохни. Опа. Опа. Попробуем. Если так у нас не получилось, немножко иначе. Небольшим рычагом называется. Вдох. Выдох. Тимур. Все, отпускай, отпускай, отпускай. Нет, все в порядке есть. Все, вопросов нет. И дальше. Так. Угу. Так, ноги вместе. Сейчас мы будем манипуляцию на крестцовое отдел. Вдох. Выдох, Тимур. Вот, хорошо. Вдох. Выдох. Расслабь, расслабь. Вдох. Выдох. И расслабься полностью. Все. Хорошо, отлично. Так, проработаем дальше. Отпусти, отпусти, отпусти. Расслабь, расслабь ногами. Хорошо. Отпусти, отпусти. Легко, 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 легко. Хорошо. Вдох. Выдох. Отпускай, отпускай ногу. Легко, легко. Все. Легко, легко, Тима. Легко, свободненько. Угу. Угу. Хорошо. Еще раз вдох. Выдох. Еще раз. Выдох. Хорошо. Угу. Так, тазобедренный. Вот. Да, ну, я вижу, здесь все нормально. Вдох. Выдох. Расслабь, отпускай. Хорошо. Угу. Так. Опускай ногами. Легко, легко, свободненько. Отпускай, отпускай, отпускай. Хорошо. Отпусти, отпусти ногу. Хорошо. Угу. Так, палец не трогай. Хорошо, Тима. Все, все. Угу. Отлично. Так. Вот так вот. Сделай мне вдох. Выдох. Расслабь. Хорошо. Так. Угу. Сюда. Угу. Вдох. Выдох. Отпустил, отпустил ногу. Хорошо. Угу. Бедренные здесь не проверили. Так, ну, здесь тоже все нормально. Пишу. Вдох. Выдохни. Легко. Отпускай, отпускай, отпускай. Свободненько. Все. Хорошо. Так. Угу. Расслабились опять. Сделали вдох. Выдох. Вдох, выдох, легко, легко отпустили ногу. Двигаемся вперед немножко. Хорошо, достаточно, отлично. Так. Руки вперед перед собой, давай мне. Да, правильно. Угу. Так, голову вверх приподними, пожалуйста. Вот так вот меня немножко. Вот, да, опускай. Голову вниз. Расслабляйся мне. Вдох. Выдох мне. Расслабь, расслабь. Хорошо. Вдох. Выдох. Расслабь. Вот она была. Вдох, выдох, Тима.
И еще раз вдох и выдох. Отлично. Расслабь. Хорошо. Отлично. Так. Так, в этом положении мы проработали. Теперь переворачиваемся на спину. Начнем с верхнего отдела и пойдем вниз. Так. Так, идем. Угу. Ну-ка, ко мне ближе двигайся немножко сюда. Достаточно. Да. Угу. Все. Не поднимаем. Все, я делаю самостоятельно. Угу. Отпусти. Легко. Угу. Легко. Отпусти. Все. Угу. Хорошо. Вдох тяну. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Расслабь. Все. Прекрасно. Нажимаю. Где-то больно тебе? Скажи. Нигде не больно. Проверяем амплитуду движения. Угу. Хорошо. Еще раз делаем вдох. И выдох, Тимур. Расслабь, расслабь. Еще раз вдох, Тимур. Выдох. Прекрасно. И еще раз вдох. И выдох. Отпускай. Хорошо. Так, едем дальше. Так, идем теперь к грудному отделу. Вот так, Тимур, достаточно. Так, вот так вот мы сделаем. Да. Вот так, Тимур. Супер. Опа. Сейчас надо. Отпускай. Не торопись. Ну-ка, давай мне. Вдох. Выдох, Тимур. Расслабь, расслабь. Молодец. Вдох. Выдох. Опускай, опускай, опускай. Прекрасно. Вдох. Выдох, Тимур. Все отлично. Что ему сказать? Хорошо. Теперь идем к поясничному отделу. На бок, лицом ко мне давай, Тимур. Да, ближе ко мне давай. Да, хорошо. Руку положи сюда, эту сюда. Да, вот так давай. Да, вот, хорошо. Угу. Торопимся. Сделали вдох, выдох. Отпускай. Вдох, выдох. Отпускай все мне. Хорошо. Не больно? Нет. Давай в другую сторону. Хорошо. Вот так вот. Отлично. Да. Вот так. Да. Не торопимся. Ну-ка, давай. Вдохнем. Выдох. Отпустили. Еще раз вдох. Выдох. Отпустили. Еще раз. Отпускай, отпускай, отпускай полностью все. Хорошо. Отлично все. Так, продолжаем. Так. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпускай, расслабь полностью, расслабляй мне. Все, хорошо. Не больно? Нет. Угу. Вот сюда. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И отпускай полностью мне. Хорошо. Отлично. Угу. Так. Угу. Расслабил. Хорошо. Вдох. Выдохни. Расслабь, расслабь, расслабь. Отлично. Режь, нормально все. Угу. Колено сейчас у нас. Пускай. И не опусти. Хорошо. Хорошо. Вдох. Выдох. Пускай, пускай. Mm-hmm.
не больно? Нет. Так. Хорошо. Да, читая предыдущие комментарии, старое видео, такие есть умные ребята, очень внимательные, которые смотрят, которые сказали, что после манипуляции на ног, то есть он сделал это не перчатки и так далее и тому подобное, я сразу говорю, для вас, особых таких людей, спасибо, конечно, я беру специальный, вот он гель, антисептический гель, да, по окончанию, антисептический, ну, потом замажете, да, чтобы потом не было ко мне никаких вопросов касаемо того, что... Что это не гигиенично, это неправильно, доктор, как вы так могли, понимаете как? Поэтому у нас сразу, мы же предусмотрели все эти моменты. Так. Отпустили. Расслабились мне. Сделали вдох, выдох. Напрягаюсь. Что ждешь, не надо меня ждать. Опускайте. Хорошо. Угу. Отпусти. Угу. Расслабим. Легко, легко. Свободненько, свободно. Хорошо. Отпусти. Легко, легко, свободно. Все, все. Угу. Так, давай еще раз вдох. Выдох. Расслабь. Хорошо. Хорошо, двигайся назад его. Давай. С этой ногой мы с тобой еще. Это опять будем нормально это все. Давай еще раз. Вдох. Выдох. Отпускай. Легко, легко, свободненько лежишь. На пляже, загораешь. Хорошо. Угу. Еще раз вдох. Выдох давай. Легко. Отпускай. Отпускай ногу. Хорошо. Давай назад опять. Снова вращение. Угу. Хорошо. Проверим, говорит, на службе. Я спокойно был. Пускай. О, еще очень напряженно я вижу тебя. Вот прям вот. Ага. Ну-ка, давай мне вдох, выдох. Еще раз давай. Вдох, выдох. Хорошо. Еще раз. Выдох. Отпускай, отпускай. Хорошо. Угу. Тоже напряженно очень. Вдох, выдох. И отпустил, отпустил, отпустил. Хорошо. Угу. Отлично. Хорошо. Так. Ноги в коленках соедини, пожалуйста. Да. Угу. Угу. Потихонечку начинаю прижимать ко мне. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Прижимай, прижимай, прижимай. Хорошо, хорошо. Еще один нужен? Хватит, ладно, это я проверяю другой. Давай с другой стороны. Надо. От себя. Хорошо, все, отлично, все. Так, 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 так. Теперь садимся ко мне, давай, спиной. Угу. Хорошо. Так. Двигаемся прямо на край, давай ко мне. Да? Угу. Достаточно. Так. Угу. Угу. Руку прими. Отпускай мне ее. Расслабься. Вот так сначала сделаем, чтобы я уже
Опускай. Да, легко. Вдох, выдох. Все, и опускай. И плечо не поднимай. Опусти. Угу. Вот она была. Хорошо. Давай сюда. А вот здесь у нас уже прям чувствую сильное напряжение. Оно прям очень. Давайте. Расслабляйся. Вот здесь я чувствую, есть он прям. Вот он прям под моим пальцем. Ну-ка, вдох, выдох. Отпусти, отпусти, отпусти. Легко, легко. Расслабь. Легко. Все. Не больно? Нет. Хорошо. Так. Угу. Руки в замочек сзади возьми, пожалуйста. Угу. Расслабь. Падай на меня. Вдох, выдох. Отпусти. Хорошо. Отпускай. Угу. Так. Давай плечи посмотрим твои. Сначала вот так. Вдох. Отпусти. Вот так. Отпускай, отпускай. Хорошо. Вот сюда мне. Вперед. Вдох. Выдох. Хорошо. Угу. Хорошо. Угу. Отпускай руку. Угу. Легко, свободно все. Хорошо. Легко. Хорошо. Угу. Давай сюда. Вот. Ну-ка, вдох. Выдох. Все, отпускай, отпускай. Хорошо. Давай сюда, вперед. Вдох. Выдох мне. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох мне. Расслабь, расслабь, расслабь. Все, хорошо. Отпусти. Все. Отлично. Отпускай, 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 отпускай. Легко, 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 все. Все, не бойся. Расслабь. Ну, я ничего не чувствую. Ни там, ни там. Все в порядке здесь. Легко. Все. Хорошо, прекрасно. Так. Так, едем дальше. Поделаем скобку на грудную сейчас с тобой. Берем чистую салфетку. Чистая. Одноразовая. Видите, настолько интересны люди, даже кто-то из комментариев заметил, что когда я брал перчатки для другой манипуляции, что я их не выкинул, я их положил вот сюда, но я их не выкинул в мусорку. Даже такие персонажи у нас появляются. Конечно, интересно, люди какой целью смотрят интересные ролики, если настолько внимательно любят делать замечания все. Хотелось бы на них посмотреть, как они это все будут делать, все. Насколько будут предусмотрительны. Так, руки берем в замок сзади. Да, все правильно. Ноги чуть пошире сделай мне, пожалуйста. Достаточно. Да, вот так. Локти сомкни, пожалуйста, мне. Облокотись на руку. И ну, просто расслабляйся, давай. Легко, легко, расслабься. Вдох, выдох. Отпускай. Напряжен. Отпускай мне все. Отпускай. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Угу. Оставайся мне. Так, давай сюда. Вот так вот. Голову вниз, локти сомкни. Расслабь. Все, опускай, опускай. Легко. Отпусти, отпусти, отпусти. Все отлично, вывесится. Хорошо. Так, отпускай. Угу. Едем дальше. Так. Ближе ко мне давай. Проверим зону С0, С1, как раз между черепом и атлантом. Как раз есть сустав, который тоже зачастую у нас блокируется постоянно у нас полностью. Просто проверим, делаем ротацию и смотрим поворот.
Я ничего не чувствую здесь. Все в порядке. Теперь здесь смотрим сюда. Вот здесь у нас есть чувство, есть натяжение и напряжение, вот эта часть. Расслабьте, Марк. Легко. Легко. Вот он. А так, Тимур, конечно, с первого раза, и то, что сейчас, конечно, небо и земля, намного все изменилось. Проходя таких мануальных терапевтов, конечно, я думаю, Тимур, конечно, придет ко мне мягким, здоровым, без блоков, без ограничений. Ну, что-то в любом случае останется. Кто-то что-то упустил, а Спартак в это время должен это обязательно не пропустить. Так, это мы сделали, это мы сделали. Так, теперь проверяем еще средний отдел. Хочу, ну-ка, вот так немножко. Так, ближе ко мне повесь, от вас еще немножко. Не упомню, я здесь. Ага, все. Да, да, я хочу посмотреть немножко вот эту зону. Отпусти. Положи на руку. Во, да, 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 Тимур, да. Отпусти, легко, легко, отпусти, легко, 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 легко. Все. Давай сюда, Тимур, отпусти, легко. Свободно, свободно, Тимур, легко. Нет, все в порядке. Все в порядке, но надо все обязательно проверить. Чтобы все, ничего не упустить. Так. Все, ложись на спину. Голову ко мне. Да, хорошо. Прекрасно. Так, и сегодня мы сделаем без полотенца. Сделаем немножко по-иному. Двигаемся туда-вниз еще. Да, достаточно. Хорошо, закрывает Тимур рот, прячет язык и легко-легко полностью расслабляет. Ой, вот так. Да, хорошо. Угу. Не торопимся, полностью расслабляемся. Раз, два, три. Еще раз вдох, выдох. Опускаем все свое тело, полное-полное расслабление. Отпусти грудной, шейный, все полное расслабление идет. Хорошо. Утяжение почувствовал, было что-то, Тимур? Было? Хорошо. Все, просто лежим, отдыхаем, восстанавливаемся. Так что прошел у нас сеанс лечебного массажа, прошел сеанс мануальной терапии, полностью всего проработали, как изначально было, ролика было сказано. Ничего не упустили. Я думаю, все, что необходимо, мы сделали. Тимур в прекрасной форме. Действительно прекрасно, я действительно говорю, как оно есть, по факту. Он, то, что было в первый раз, то, что сейчас, во-первых, намного стало расслабление, намного легче, и чувствуется, конечно же, легкость такая, и нет такого закрепощения, как было это было до сеанса, в принципе. Поэтому сейчас будет 5-10 минут обязательно пациент, ему должен отдохнуть, восстановиться. И потом только можно будет потихонечку уже, без резких движений, вставать. И продолжать дальше релаксировать и восстанавливаться. Так что спасибо вам огромное всем. Надеюсь, Тимуру понравилось. Надеюсь, он остался доволен. Мне действительно искренне очень-очень приятно, что Тимур приезжает ко мне четвертый раз. Это не пустые слова, не пустые бла-бла-бла. Я искренне всегда рад вам. Поэтому приезжайте и пятый раз, шестой. Я всегда вам рад. Надеюсь, вы узнаете или увидите что-то новое для себя. Может, что-то не увидите. Поэтому подписывайтесь на канал Тимура. Пишите побольше положительных отзывов, комментарии побольше, потому что не хватает в нашем мире действительно доброты и хороших положительных эмоций. Делайте добрые дела и не будьте такими злыми, потому что все, что происходит, происходит из-за того, что вы сами это делаете, мысли наши материальны. Поэтому будьте здоровы, всех благ, добра, мира и всего хорошего вам.